Валентина Толкунова была высокодуховным, верующим человеком. И у нее была своя дорога к храму. Видя вокруг много несправедливости, безнравственности, бескультурья, она, тем не менее, всегда говорила: «Добро в России будет цвести, но только потом, потом. И Россия еще покажет всему миру, как надо жить. А я останусь цветком неувядающим и не блекнущим». Уходит миг оборванной струной. Прости за страх, за скорби лик, беда тому виной. Прости за пагубность надежд. Прости меня, прошу. Я детство след, всего лишь след в душе своей. Спаси меня, спаси, сохрани.